Казначейство района Таракли – одна из тех структур, от работы которой зависит финансовое благосостояние каждого учреждения, организации и управления. Вот уже более 10 лет руководит им Нина Анастасова, хотя в самой структуре она работает с момента ее образования, с 2000 года. Она высококвалифицированный специалист, получивший образование в области бухгалтерии и аудита, хотя, будучи школьницей, мечтала она о совсем другой профессии. Честно говоря, в детстве, в школе я была активисткой, но я мечтала стать врачом. Это, ну, как бы, не знаю, люблю людей, люблю им помогать. Потом с цифрами просто это, наверное, я любила математику, я быстро это все решала. Логика, наверное, у меня была. Но я не жалею, мне нравится моя работа. Здесь все так четко, все задачи поставлены, мы решаем, планируем. Планирование, анализ, решение задач и управление финансовыми потоками. Для многих людей выполнение этих обязанностей весьма сложно. Современная женщина может с этим справиться, считает Нина Анастасова, если поставить себе четкую цель и будет упорно к ней идти. Мне кажется, на женщин всегда больше возлагается. Ну, должна быть ответственной, профессионалом своего дела. Вот я чувствую себя на своей работе профессионалом, знаю свою работу. Коммуникабельная должна быть, уметь вести переговоры, вот у нас связано со всеми учреждениями, с людьми. Для меня работа – это уже как моя семья. Особенно в последнее время на работе я провожу большую часть времени. Я с удовольствием прихожу на работу, выхожу последней. Благодарю всех своих девочек в коллективе за проделанную работу. Всего в казначействе работают 5 человек. И действительно, из них только один мужчина. И несмотря на постоянные нововведения, меняющиеся технологии, правила, увеличение количества обслуживаемых структур, со своими обязанностями они справляются, говорит коллектив, благодаря четко поставленной работе. Я с Ниной Васильевной работаю уже 14 лет. Могу сказать, что она профессионал своего дела. Она очень четко расставляет приоритеты, ставит задачи, сплачивает коллектив для максимального достижения результатов. Она дисциплинированная, чему и нас приучает. Что еще можно сказать, что благодаря ей наш коллектив действительно является командой. Члены команды действительно высоко ценят своего руководителя и ее советы. Мягкость, спокойствие, доброта в делах финансовых кажутся скорее недостатками, где требуется жесткость и стойкость. Однако Нина Анастасова так не считает, чему, собственно, и учит своих коллег. Нина сильно тоже умеет делать вовремя, может делать шаг назад, чтобы не пойти на конфликт, чему и нас учит. Поэтому у нас тут очень хорошие отношения. С клиентами всегда стараемся, вернее, Нина сильно нас учит, чтобы мы всегда встречали их правильно. Даже если что-то где-то не так, мы находим с ними общий язык, не идем на конфликт. И поэтому у нас очень позитивная обстановка. Обстановка не только позитивная в казначействе, она, кроме того, еще и очень уютная и теплая. Нина Анастасова очень любит цветы. Их в ее кабинете немало. В течение дня среди постоянных расчетов, перечислений, сумм и цифр они здорово помогают отвлечься и, отдохнув, вернуться с новыми силами к любимой работе.